Здравствуйте, меня зовут Дарина. Перед вами запакованный МФУ Epson Xpression Premium XP810. Настоящий американский профессионал формата А4. Сейчас мы рассмотрим его поближе. В комплекте с ним вы найдете кабели для подключения факса, диск с драйверами, а также инструкцию на английском языке. XP810 представляет собой достаточно компактный аппарат, особенно если учесть, что он соединяет в себе принтер, сканер, копир и факс. Этот МФУ оптимально подойдет для вашего офиса или дома. Обладает подвижной сенсорной панелью управления с экраном диагональю 3,5 дюйма. Это позволит вам печатать без подключения к компьютеру. Прямо здесь можно сделать автоматическую коррекцию фотографии, обрезать или повернуть снимок. Эти функции будут очень кстати, если вам необходимо печатать крайне оперативно. Но, к примеру, если вы занимаетесь срочным фото на документы. МФУ отлично справится с этим, несмотря на то, что у него всего 5 цветов, из которых 2 черных. Сейчас мы распечатаем фото и посмотрим, на что способен этот аппарат. Многофункционал имеет несколько лотков для разных материалов. С тыльной стороны расположен лоток для печати на конвертах и плотных носителях. С фронтальной стороны внизу находится лоток для печати на дисках. Выше – стандартный кассетный для бумаги, вмещает до 100 листов. Над ним находится лоток для фотобумаги на 20 листов. Как раз им мы и воспользуемся. Очень удобно, что эта модель имеет отдельные лотки для фотобумаги и стандартных листов. Вам не нужно будет перекладывать бумагу, регулировать фиксаторы. Просто начинайте печатать. Разрешение печати составляет 5760 на 1440 dpi. Минимальный размер чернильной капли – 1,5 пикалитра. Согласно стандартам ISO, аппарат печатает до 11 цветных и до 14 черно-белых страниц в минуту. Лоток приема вмещает 30 листов. Для печати одного снимка 10 на 15 МФУ понадобилось около 30 секунд. Отличный результат! Модель привлекает не только возможностью получать качественные фотографии, но и перспективой экономить бумагу и ваше время. МФУ оснащен дуплексом, а это значит, что он сможет печатать с двух сторон листа и без вашего участия. С печатью мы полностью разобрались, а теперь переходим к характеристикам копирования и сканирования. Разрешение составляет 4800 на 4800 dpi. XP810 оснащен автоподатчиком на 30 листов. Это значит, что вы можете загрузить сюда необходимые документы и ждать, когда МФУ их все автоматически отсканирует или скопирует. Модель имеет удобные способы подключения. Вы сможете печатать на расстоянии через Wi-Fi, а также мобильные приложения от Epson, Apple и Google. Есть возможность печатать через соединение Ethernet, а также напрямую с фотокамер или флеш-накопителей. Многофункционал поддерживает различные форматы карт памяти. Вы не сразу найдете разъемы, они защищены специальной крышкой. Это очень практично и позволяет сохранить внешний вид МФУ совершенным. Стильный снаружи, мощный внутри. Epson XP810 станет для вас незаменимым устройством. Диапазон его возможностей очень широк. Качество выполнения задач на высоте. Гарантия на МФУ составляет 18 месяцев при условии использования высококачественных чернил Ink System. На этом у меня все. Желаю вам приятной печати!